Амурская служба новостей. Смотрите сегодня. В Благовещенске с крыши сбросилась женщина-помощник арбитражного судьи Амурской области. 400 жителей домов в Ожаевке попросили выселиться из квартир. 10 миллионов россиян останутся без пособий по старости. Областные новости. В Благовещенске с крыши сбросилась женщина-помощник арбитражного судьи Амурской области. Женщина 1975 года рождения упала с 10 этажа жилого дома по адресу Кантемирова 6/4. Амурчанка разбилась насмерть, а о случившемся на место ее работы сообщили родственники погибшей. Пока неизвестно, связано ли случившееся с профессиональной деятельностью помощницы арбитражного судьи. В Амурском следственном управлении по факту происшествия проводится проверка. 400 жителей домов в Ожаевке попросили выселиться из квартир. На то, чтобы освободить дома военного городка, Минобороны России выделила жителям всего 15 дней. Письма с требованием покинуть ведомственное жилье разослала компания «Восток регион жилье». Она занимается распределением квартир для военных на Дальнем Востоке. Требования коснулись жителей 13 многоквартирных домов. Среди них есть и ветераны труда. Это те, кто работал в организациях, обслуживающих военную часть. Они проживали в домах на временных условиях, пока квартиры не потребуются Министерству обороны. Впрочем, жители гарнизона, не желая покидать обжитые дома, намерены доказывать свое право остаться в квартирах и обратиться в Минобороны. Одним авиаперевозчиком в Приамурье временно станет меньше. Из-за низкой загрузки рейсов до конца апреля прекратит полеты из Благовещенска в Москву авиакомпания «Икар». Компании сложно получать прибыль, когда самолеты загружаются только на 30-40%. С августа количество пассажиров по маршрутам Благовещенск-Москва и Москва-Благовещенск вдвое уменьшилось по сравнению с прошлым годом, говорят в Министерстве транспорта и строительства региона. Кроме того, в министерстве обсудили вопрос уменьшения количества авиарейсов в праздничные дни и вопрос строительства второй взлетно-посадочной полосы. На Восточном завершили автономные испытания оборудования. Работы прошли в штатном режиме. Все системы оказались готовы к началу испытаний ракеты-носителя. Этот этап начнется в январе. На космодроме проведут испытания с ракетой-носителем «Союз». На Восточном уже завершили монтаж и пусконаладочные работы. Испытания проводятся по мере готовности и сдачи строительных объектов. В Приамурье заработает новый пункт таможенного пропуска «Джалинда-Махэ». Инвестиции в строительство вложит приморская фирма «Граница». Во сколько обойдется строительство объектов и инфраструктуры, пока неизвестно, но по пропускной способности «Джалинда» не будет уступать Благовещенскому пункту пропуска. Там пока еще ничего нету, но пункт пропуска открыт, и чтобы его восстановить и создать инфраструктуру, надо провести реконструкцию. То есть это будет такие масштабная стройка, но вот по имеющейся информации уже к лету там активно начнется строительство. 1000 человек в день – планируемые пассажиропотоки на пункте пропуска Джалинда-Махэ. Впрочем, скорее всего, цифра будет меньше. Как показала статистика, в этом году произошел существенный спад пассажира и товарооборота между Китаем и Россией. В 2015-м в Поднебесную через Благовещенскую таможню съездили почти на 40% меньше россиян. А вот поток китайцев, наоборот, вырос на 22%. Что касается импорта и экспорта, то тут тоже тенденция к снижению показателей. А вот в сфере международных почтовых отправлений, напротив, настоящий бум. За 11 месяцев 2015-го уже оформили больше 532 тысяч посылок. За весь 2014 год около 40 тысяч посылок. Пора, когда спрос на отдых на турбазах увеличился, традиционно наступила перед новогодними праздниками. На Мохинке в этом году решили пойти дальше. Для детского отдыха здесь организовали целую развлекательную программу. Помимо активного отдыха, для ребят здесь предусмотрены чаепитие, дискотека. Ну а напоследок самая главная часть мероприятия – встреча с Дедом Морозом. Но это было очень увлекательно и интересно, потому что все клеить,
Кстати, тут можно сделать разные украшения и добавить к Новому году специальные украшения. Потом можно, когда прозвучит музыка, то можно поджечь свечку, и будет очень красиво смотреться со стороны. К слову, такой опыт проведения новогодних квестов для детей на Мухинке первый. И, как показал опыт, довольно удачный. Поэтому от этой услуги здесь решили не отказываться. На 6-часовую программу отправить своего ребенка можно еще до конца декабря. Мы ее планируем продолжать и впоследствии, не только на Новый год, планируется и на другие праздники также собирать массовые заезды детей, проводить какие-то развлекательные, интересные занятия, развлечения, игры. Ну и так далее. Любовь Ломак, Антон Максимов, Амурская служба новостей. Новости России. Число россиян, обеспокоенных нестабильной экономической ситуацией, растет. К такому выводу пришли исследователи агентства iNitiative. По сравнению с первым кварталом 2015 года, количество россиян, которые сократили свои траты на детские товары, возросло до 40%. Теперь каждый третий россиянин стал экономить на бензине, каждый четвертый на сотовой связи и каждый шестой на интернете. Министерство финансов вернуло пенсионную льготу индивидуальным предпринимателям. Благодаря новой позиции финансового ведомства ИП вновь получили право на ежегодный пенсионный вычет. Теперь предприниматели могут уменьшать налоги на нефиксированную часть страховых взносов в пенсионный фонд. Эксперты связывают изменение позиции Минфина с позицией президента Российской Федерации Владимира Путина по поддержке малого бизнеса. 10 миллионов граждан останутся без пособий по старости. Больше 40% мужчин не доживут до нового пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста для всего населения вслед за чиновниками, о котором вновь заговорили федеральные власти, может оставить без пенсии более 40% российских мужчин, так как они просто не доживут до нового пенсионного возраста. При повышении его на 5 лет число тех, кто не дотянет до пенсии, увеличится примерно на 10 миллионов человек. Козел Тимур и тигр Амур могут стать героями мультфильма. Директор Приморского сафари-парка считает, что история дружбы двух зверей научит подрастающее поколение доброте и заботе о близких. С этим предложением Дмитрий Мезенцев обратился в Министерство культуры Российской Федерации. Специалисты же во мнениях разошлись. Некоторые считают, что Амур и Тимур могут заменить волка и зайца из «Ну погоди». А другие не уверены, будут ли живы герои к тому времени, когда будет готов мультфильм. Мировые новости. Мисс Испания Мирея Лалагуна Ройо стала победительницей престижного конкурса красоты «Мисс Мира». Финал состоялся на китайском курорте Санья. Оглашение результатов велось в прямом эфире перед потенциальной аудиторией в 1 миллиард человек. В пятерку финалистов также вошли мисс Россия София Никитчук, мисс Ливан, мисс Индонезия и мисс Ямайка. Первая вице-мисс стала россиянка, второй представительница Индонезии. Корону на голову Миреи Лагуны Ройо надела прошлогодняя победительница Ролен Штраус из ЮАР. Мирея говорит, что любит слушать музыку и путешествовать. Она учится на фармацевта в Барселоне, увлекается игрой на фортепиано, бегом и катанием на лыжах. В этом году конкурс был омрачен скандалом. В финале не смогла принять участие мисс Канады Анастасия Линь. Власти КНР отказали ей в выдаче визы, объявив ее персоной нон-грата за ее правозащитную деятельность. Линь неоднократно публично высказывалась о нарушениях прав человека в Китае. Она также выступала на слушаниях в Конгрессе США, посвященных репрессиям традиционной практики совершенствования фалунгунь, поскольку сама занимается ею. Линь говорит, что ее отец, живущий в КНР, подвергся запугиванию со стороны полиции в связи с ее участием в конкурсе красоты. «Мисс Мира» впервые проводился в 1951 году. Первой победительницей стала конкурсантка из Швеции. Это старейший конкурс красоты в мире.